Я Олаф. Поздравляю вас, девочки, всех с праздником 8 марта. Зрительницы наши любимые. И вас тоже поздравляю с 8 марта. Ура, ура, ура. Сегодня мне папа подарил на 8 марта 2 яйца. Одно с питомцами, другое киндер-сюрприз. Мне очень понравилось, давайте поставим лайк. А мне папа тоже подарил 2 яйца на 8 марта. Из киндера попалась вот такая игрушка. И еще одно яйцо, вот такое. И там вот такая игрушка. Давайте поставим папе лайк. Всем привет! Вы на канале... Папа и дочки! Друзья, мы поздравляем всех девочек с 8 марта! Ну а мы с дочками будем проходить Анну, Эльзу и Олафа. А какой там? Летнее приключение! Да. Продолжим, сегодня пройдем всю игру до конца вместе с вами. Поехали? Поехали! Поехали! Выбираем трех игроков, потому что мы играем втроем. Да. Представляться не будем, вы уже все запомнили. Итак, 13 уровень. Пододвигаем. О, мы опять тут. Берем управление. Там Олаф, этот... ты будешь нас поздравлять. Девочки, я отсюда не могу выбраться. Олаф, ты будешь нас поздравлять. Конечно, девочки, я вас поздравляю с 8 марта. Господи. Всех. И всех зрителей тоже с 8 марта. Ах. Меня нет. Там змейки. Змейки? Да. Какие красивые змейки. Злые. Чё это они злые вдруг? Ой. Шипы злые. Злые шипы. Давай, папа, иди туда. Так. Вау! Заново. Да, давайте еще раз. Я теперь знаю, что делать. Я тоже знаю, что делать. Надо не погибать, девочки. Нет, уже поняла, что надо делать. Так. Тут. Ой, Олафу хана. Мне тоже. Давай, хана. Ришка, ты попробуй справиться. Сначала верхний забери, а потом туда только иди. Да что такое? Сейчас надо. Нет, ты подойди сначала к краешку. А-а-а. Так, ну давайте посмотрим, как. Анна, подойди сначала. Вот, теперь прыгай. Сначала. Не, да, а теперь тот забери. Ура! Да, молодец, Аришка прошла одна. Сама, ребята, видите, Ариша тоже отлично проходит игру. Дальше. Ой, мы все вместе побежали, ура. Ой, Лимон, аккуратно, Рита. Фух. Фух. А ты в клетке. Чуть лимонная пушка не сработала. Ты там заберешь. А кто там заберет? Аришка, наверное, сможет забрать? Да. Не знаю, а вдруг не сможет. Сможет. Аришка, вот тот, который, видишь, вверху бок висит. Угу. Сможешь до него добраться? Да. Давай, постарайся. Мы будем болеть за Аришку. У нас полголовы нет. Сейчас лимонная пушка опять работает. Все, я пока жду. Ой, как это быстро. Жду. Я тоже жду. Так, давайте я пока на Анну смотрю. Получится у нее? Не получается у Анны. Аккуратно, сейчас тебе поджарит лицо. А туда только там. Олаф. Молодец, Аришка! Туда только Олаф упал. А я сейчас туда приду. Я жду. Жду, пока лимонная пушка перестанет работать. Ау! Нет. Ой-ой-ой, фух, я не погиб. Я жив. Туда только Олаф. Все хорошо. Сейчас попробую. Опа! Ура! Есть! Мы прошли уровень. Следующий уровень. Итак, кто нас здесь ждет? Змейки, привет! Как у вас дела? Ой, не-не-не-не. Фух, я думаю, она прям ко мне сейчас подойдет. Ну, слава богу, не подошла. И ко мне. Не подошла? Да. Так, Анна, ты что? Ты зачем со змеей познакомилась? Ой, мы тут вместе бегаем. Ой-ой-ой, зависла. Лучше не ходить, а то упадем еще. О, молодец, Эльза. Эльза там каталась такая. Да, она туда-сюда катается такая довольная. Посмотрим, что она сможет сейчас или нет. Олаф всегда доволен. А. Ура!
сама прошла игру. Следующий уровень. Пойдемте. О, ух ты! Ничего себе! У-ху. О, где я? Я застряла. Пара-па-пам. Пара-па-пам-пам. А ты зачем сюда ходишь? Нет, Анна, тебя съели. Ой, Эльза. Эльза, тебя съели. Папа меня съел. Фух, я один остался, представляете, ребята. Анна и Эльза отправились куда-то там в далекий. Олаф, короче, пошел посмотреть, куда там Анна и Эльза отправились. Попробуем еще разок. Вдруг получится, девочки, я надеюсь, вы внизу все-таки соберете все. Так, молодец. Я собрала! Спасибо. Анна, у тебя получилось. Вот это. Смотрите, как мы медленно прыгаем. Так, Олаф, молодец, он забрался вверх. Ты сразу вниз, Анна. Эльза. Эльза, да, это, наверное, из-за того, что я перепутал. Ты поэтому и погибла, да? Да. Да, то есть это почти из-за меня, да? Ага. Почти. О, нормально. Я тут перестроился. А помните, как я в огонь и в воде так было? И... Есть! Мы прошли уровень. Следующий уровень. Что нас тут ждет? Ой, мы в лимонной ловушке. Мы в клетке, мы в клетке. Я самая маленькая здесь. Я самый маленький. Олаф самый маленький. Марин такая средняя, почему это? Так. Как так? У-ху. У-ху. Теперь она нормальная. Здесь никто не стреляет. Можно мне, пожалуйста? Олаф побежал вперед. Можно я? Олаф, так. У-ху. Есть. Молодец. Я даже ни один боб не собрала. Вообще ни один не собрала? Да. Ариша, ну почему ты это сделала? Почему ты не собрала ни одного? Я пошла на место. Обратно? Вернулась в самое начало уровня. Да, следующий уровень. Да, ага. Так, что нас здесь ждет? О, стрелялка, аккуратно, девчонки. Так. Я хотела собрать. Уже кого-то нету. Меня. Почему? Анны. Почему Анны нету? Меня. Почему? Меня. Что с тобой случилось? Нет. Ты с кем познакомилась? С этими стрелялками. И я. Девочки, ну вы что погибли-то? Рано так. Я еще тут... Так. Нет, не рано. Но! Есть, фух. И как мне теперь добраться до туда? Так, фух, повезло. Это мне что, получается, надо в самый низ идти? Я надеялся, вы там все соберете, все будет пройдено, да, все пучком будет, а вы взяли и не прошли. Ну как так? Я даже ни один боб не собрала. Ни одного боба не собрала. Бобик. Ау! Погиб в самом конце, осталось совсем чуть-чуть собрать. Попробуем еще раз, вдруг получится. Ну давайте, идите вниз. Аккуратно, только не попадите под выстрел. Аришечка, ну что ты не ждешь? Не торопись. Подожди, пока стрельнет. Рита, давай. Арита могла забрать боб, а я не один. Ты вверх пойдешь? Да. Да она, не надо торопиться. Ариша, главное остаться живой. Тогда что-нибудь дособерешь. Вот, видишь, папа как идет? Хоп-хоп. Он готов. И хоп-хоп. Все, вот я почти все собрал. Тут главное не торопиться. О, я в клетке. Так, я собрал. Олаф все собрал наверху. Так, теперь возвращается вниз. Так, посмотрим. Вдруг Эльза сейчас погибнет, тогда Олаф будет ей помогать изо всех сил. Олаф не может забраться наверх. И... Ура! Мы прошли уровень. Достаточно сложный был, согласны? Да. Пойдемте дальше. Что тут? Ничего себе! Ариша, а где мы с тобой? А, Рита, где мы с тобой? Да, непонятно. Ух, молодец. Теперь нужно еще тот. Не перепрыгивай пока, собери сначала нижний. Так, посмотрим, вдруг справится Анна сама. Одна пройдет весь уровень. Ой, аккуратнее, а то шипом в глаз тебе как даст. Ага. Ю-ху, молодечек. Есть, оба боба собрала. Молодечек. Оба бобика. Оба боба, да. О, молодец, аккуратненько. Прям вриг. Я прям переживаю за Аришку. Получится я у меня... Я тоже. Нет! На шип попала. Ну, почти получилось. Ага. Давайте еще раз. У-ху.
Олаф уже погиб. Поторопился. Не буду больше торопиться. Ариша такой недавно говорил: Ариша, не торопись, чтобы не погибать. А сам? О, Аришка опять одна осталась, представляете? А, нет, никого не осталось. Так, вот, Эльза поторопилась, а мы... Нет, я не торопилась. А куда ты прыгнула раньше времени? Надо прыгать с ви... Что за безобразие? Так. Хоть кристалл собрала. Ой, тьфу, кристалл. Я привыкла к кристаллам. Боб собрала. Эй, слишком близко, нельзя подходить к шипам. Давайте еще разок. Вот. Мы вместе боб собрали. Да, мы все собираем вместе бобы. 19 уровень уже, кстати. Уже скоро мы всю игру пройдем. Да что такое? Ух, есть, я уже здесь, пока, Анночка. Отстань. Пока. Ю-ху! А я уже там, пока, Анночка. Ю-ху! Анна, я тебя потерял. Это так грустно. Yeah! Да, мы прошли уровень. Ты летаешь. А, ребята, я в воздухе завис. Смотрите. Видели? Прикольно. Когда мы игру прошли, этот лифт поднялся, и папу оставил. Да, у меня забыл. Там. Уехал и забыл. Да. Давайте следующий уровень. Летать папу оставил. О, ух ты, смотрите, пилы летают. Не хочу их. Змеи ползают. Злые шипящие змеи. Аришка, ты зачем? О, видели? Он прям крестик пододвигал. Привет. Как у тебя дела? Я там. Хорошо, а я тут. Аккуратно, руку не поджарить. Не поджарить руку? Да. Спасите, помогите. Ты зато собрал Боб. Все, Ридочка, погибай. Все, мы тут все застряли. Ребята, здесь по-другому не пройдешь, только все вместе. Пойдемте, девчонки. Смотрите, Эльза понеслась со всей скоростью вперед. Видимо, совсем не боится погибнуть. А я боюсь. А она тоже не боится погибнуть. Я боюсь. А чё ж ты погибла тогда? Эх. О, молодец, выжила. Надо же. Так было страшно. Она выжила. Молодец. Есть. Эх. Так. Всё, последний боб. Последний, да? Тогда прыгаю. Проверим. Да, ребята, мы прошли уровень. Следующий. Что нас ждет? Что там? О, бобики! У-ху! Столько бобов! Как это? Я не погибала. Ты погибла? Да, а я за Ариной следила, да, ты погибла. А я за тобой. Так. А я за Ариной? Какой-то беспорядок. Арина за мной, я за Ариной. Так, а папа за Олафом. Здесь какая-то хитрость. Так. Так. Вот это да. Так. Прыжок сюда, потом сюда, потом сюда, вот так. Ой, я вверху забыл один боб забрать. Ну, папа. А вот и в чем хитрость, ребята, смотрите. Вверху забыл боб забрать. Нельзя забраться снизу. Если вниз спустился, то все. Нельзя ним пройти, можно только вместе. Да, перезапуск. Давайте еще раз попробуем. Должно получиться в этот раз. Мы же команда. Молодец, Ариш, стой там. Постарайся сейчас вот этот нижний собрать. Это очень важно. Ариша, да не этот. Ну что ты упала-то, елки-палки. О. Рита ко мне в гости не зайдет. Эльза, главное вниз не упади, ладно? Ага. Молодец. Так, фух. Теперь тебе надо на верхнюю сначала. Сначала верхнюю собери. Анна, а ты где? Я вниз упал. Я тоже. Стой. Один остался. Можно я? Да, мы сейчас победим. Давайте я. Давай, собирай. Мы сейчас победим. Ура! Есть, наконец-то прошли этот уровень. Дальше. Что нас дальше ждет? Опять. Самый простой. Анна, ты одна осталась в этом самом простом туре. Нет, никого не осталось. Попытка номер два. Задание такое! Ребята, напишите, что будет, если вдруг Анна,
Эльза и Олаф попадут на необитаемый остров. Первые попадут в следующую серию, а все, кто правильно ответит, ну, кто вообще ответит, получат лайк, сердечко, сердечко канала. Я такой малюпусник полег. Прыжочек. Ага, отлично. Они могут прыжочек. Ловить по стенам. Прыжочек. Ой. Так. Меня в живот ударили. А где наша Анна? Меня крестится. А где Эльза? Меня нет. Эх, никого нету. Это очень грустная история. Ура! Что никого нету? Ура! Все переживают. Переживают все за Олафа. Ура! Что сможет никого нету? Сможет ли он победить или не сможет? Сначала тут. Опа! Ждем, пока полетит молния, прыжок. Ждем, пока полетит молния, прыжок. Ждем, пока полетит молния. Полетит. Опа, фух. Пока пронесло. Ребята, еще надо два раза этот круг весь пройти. Смотрите, видите, два боба стоит именно там. Три. Два. Два. Два боба осталось. Один. Аришечка, два. Я сама вижу, что один. Есть! Но еще не все, еще один остался. Ура! Да какой ура, я же еще мы не прошли. Не надо раньше времени радоваться. Это же не так просто все. Это самый легкий тур. Да я бы не сказал. Какой еще легкий? Так. И самый красивый уровень. Ух. Красивый. Самый красивый, где бабушка? Ух! Да! Мы прошли уровень. Олаф справился с этим делом в летнем приключении. Угу. Пойдемте дальше. 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 А куда пойдем? Тут я сами стреляю. Так, тут летает вот такая штучка. Звездочка. Закорючка. Так. Эльзы уже нету. Она отправилась куда-то в небеса. Какие небеса? Я к Эльзе. Привет, Эльза! Ты зачем это? Привет, Анна! Ты зачем это сделала, девочки? Надо же проходить. Мы на пляж поехали. Какой пляж? Здесь лето, здесь все загорают. Мы отдыхаем на пляжу с Аришкой. Ай-яй-яй-яй-яй. Олаф один остался. Вон они мы. Видишь маленькую тачку? Тут вон даже стрелялка есть. Иди к нам. Не-не-не, девочки. Я Олаф, я прохожу игру. Ты не хочешь к нам? Я Олаф, люблю жаркие игры. Так. Я Олаф, люблю жаркие морковки. Так, а что этот лимон как-то работает неправильно? Или правильно? Ну-ка смотрим. Гудит, 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 гудит. Остановись. Остановись, лимон. Есть, молодец. Еще сюда. Он неправильно. Прыжок собрал. И сюда. И... Да! Ребята, мы прошли уровень. Я Олаф. Поздравляю вас, девочки, всех с праздником 8 марта. Зрительницы наши любимые. И вас тоже поздравляю с 8 марта. Ура, ура, ура. Так, ну Олаф с поздравлениями закончил. Значит, мы проходим игру. Пойдемте. Не идите вперед. Эльза. Крестик покатили. Крестик тебя за этого. Все, я тут уже собрал тебе в ту сторону. Не в эту... Тебе вот в эту сторону, Анна. Ой, ай, ой, он идет прям ко мне. Нет, а, фух, пронесло. Я думал, он сейчас меня за того сделает. Ничего, ты догонишь, я в тебя верю. Ты же пойдешь вниз, а я поверху. Аккуратно. Что случилось там? Так, все в порядке. Все в порядке. Давай. Так, сейчас. Так, боб собрали. И... Ура! Что, ура? Что случилось? Кто победил? Так, давай, лимон, прекрати работать. Ой, нет. Я не собрал последний, ты не соберешь. О, ребята, перезапуск. Давай, сейчас. А ты что, ты не шевелишься, тебя не трогает молния, да? Да, ребята, если в молнии стоишь, то она тебя не трогает. Попробуем еще раз. Ура! Она такая идет в стенку. Ух! Помчался Олаф вперед в приключения. А смотрите, как у меня ручки идут.
Уэйзи. Ой, ой, во мне электричество. Я электрический снеговик. Какой кошмар. Не кошмар, совсем. Я... Никакой. Ой-ой-ой-ой-ой. Не я. О, Эльза, ты собрала... Не прыгай. Собрала единственное, что ты могла собрать, да? О-о-о! Наконец-то. Что, знаешь, как слазить? Уже получилось. Отлично. Смотрите, я прошлась. Да! Мы прошли уровень, и мы прошли игру! Все вместе! Congratulations написано! Победа! Полная победа! Мы прошли игру! Как же там называлось? Эльза и Анна! Холодное сердце, летнее приключение. Мы собрали все бобы. Наверное, мы теперь посадим огромный огород. Огромный! Да. Ребята, вчера у нас было 2 видео, и дважды у нас были победители. Первые победители. Вот картиночка. Молодцы, ребята, правильно ответили на задание в первом видео. Вторые победители. Ребята, вот картиночка. Правильно ответили вот именно они те на второе видео. И, кстати, если вы видите себя на картинке, напишите «Ура, я попал в видео!» А вы были на канале «Папа, дочки Геймс». И с вами сегодня были Маргарита, Аришка и Анка. Папа. Папа Олаф. Всем пока!